Еще одна интересная история. Если в Чановском районе проблему решает подросток, то в Октябрьском пенсионеры. Бабушки, не дождавшись ни от кого помощи, взяли кувалду и чинят мостик через речку Плющиха. Почему так происходит? Жители частного сектора рассказали нашему корреспонденту Александру Попову. Досок у Тамары Максимовны немного, поэтому заделывает она периодически только самые крупные прорехи. Хорошо прибить получается не всегда, и заплатки долго не держатся. Я хожу с коляской и еле ее тащу, поэтому это самое, потому что здесь можно упасть. Вот я с кувалдой и с гвоздями, и с доской, вот забиваю доски, чтобы мне здесь не упасть. Мне 75 лет, я уже старая бабушка. Ну, еще, вот видишь, хожу, еще и кувалдой бью. Кто-нибудь еще вас ремонтирует или только вы? Да, еще бабушка 88 лет. Вход идет все. Здесь и старая дверь, и кирпичные поддоны, и катушка от кабеля. Конструкция достаточно шаткая и опасная. Мост через реку Плющиха для жителей нескольких улиц Октябрьского района как связующее звено с цивилизацией. Там за переходом и аптеки, и магазины, и больница. Однако проход по нему как испытание. Перекрытия сгнили, ограждения отваливаются, а настил представляет собой слоеный пирог, который пенсионеры сбивают из того, что есть. Значит, наш этот мостик спасительный связывает, что называется, с большой землей. Впрочем, этот путь используют и горожане, которые выбираются на пикник в зеленую зону. Кроме нас, люди ходят отдыхать в лес. Ради них еще мы тоже прямо... Будем настаивать на том, чтобы мост был, и чтобы люди могли в лесу отдыхать. 10 лет назад перед выборами местный депутат сделал ограждение, пообещав отремонтировать и настил. Скоро выборы, жители верят, что хоть сейчас руки дойдут. На районную администрацию никакой надежды нет. Администрация приезжали, смотрели, вот мы к ним подходили, нам сказали, ваш мостик, вы слишком много хотите. Он стоит 1,5 миллиона. Мы просили, дайте нам хотя бы 100 тысяч. Мы соберемся, наймем бригаду, нам сделают. Но в 1,5 миллиона мы свой мостик как-то не оценим. Но Октябрьская администрация его оценила в 1,5 миллиона. В мэрии еще в 2016 году выяснили, что мост бесхозный, обязуясь взять его на баланс. С тех пор тишина. Мы отправили запрос в городскую администрацию, но тоже пока никакой информации не получили. Как только придет официальный ответ, мы обещаем вернуться к этой теме. Александр Попов, Антон Мамаев, новости ОТС.